В нашем сегодняшнем видео мы расскажем о пользе для рассады такого препарата, как янтарная кислота. Янтарная кислота широко применяется как для подкормки комнатных, так и для огородных растений. Попадая в почву, она активизирует некоторые химические процессы, в результате чего улучшается процесс синтеза хлорофилла, повышается степень усвояемости культурами полезных веществ, наздоравливается микрофлора почвы, укрепляется иммунитет рассады и ее устойчивость к изменяющимся условиям окружающей среды, ускоряется развитие корневой системы, продлевается цветение и стимулируется проклевывание семян. Однако перекармливать таким препаратом растения не стоит, иначе можно спровоцировать ожог листьев. Янтарную кислоту можно использовать следующим образом. 0,4 грамма порошка разводим в 1 литре воды и 100 мл полученного концентрата разбавляем 1 литром чистой воды комнатной температуры. В полученной жидкости замачиваем на сутки семена перед посадкой. 1 грамм янтарной кислоты растворяем в небольшом количестве теплой воды и доводим до объема в 10 литров. Готовое средство вносим под корень через 3 дня после пикировки рассады, за 2 недели до пересадки, за пару часов до высадки в грунт. Хотя янтарная кислота не считается токсичной, при работе с ней необходимо использовать перчатки и специальные очки. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.